В первую субботу февраля школы традиционно открывают свои двери для выпускников прошлых лет. Кажется, только вчера отзвенел последний школьный звонок. Закончилась напряженная пора экзаменов. Прошел выпускной вечер. Проходят годы, но в памяти навсегда остаются беззаботные школьные годы. Оценки и домашние задания в далеком прошлом. Спустя много лет встречи с учителями вызывают только положительные эмоции. Улыбки, объятия, вопросы «как дела?», удивление «какие же вы стали взрослые?». Потом еще немного разговоров о жизни и перелистывание воспоминаний, которые бережно хранятся в старых фотоальбомах. В первую субботу февраля в 16-й школе собрались бывшие ученики, чтобы вспомнить школьные годы. Один из них, Юрий Емельянов, не пропустил еще ни одной встречи. Выпуск 84-го года он не забудет никогда. С этой школой его связывают 30 лет жизни. Из них учеником он был не всегда. Радостное обучение в этой школе привело меня к тому, что я захотел остаться в этой школе работать учителем. И уже после окончания сначала техникума, потом института, я вернулся в эту школу сначала в качестве учителя черчения и рисования, а потом уже учителя истории. Но попрощаться со школой Юрию все-таки пришлось. В 2000 году он начал преподавать урок истории в филиале КУБГУ, где работает до сих пор. Но о школе у него остались самые лучшие воспоминания. Когда собираемся вместе, как будто возвращаемся в школьные годы и молодеем, словно еще вчера вместе с уроков сбегали, рассказывает Юрий. Он даже помнит, как когда-то вместе с одноклассниками сажал деревья на школьном дворе. Приятно видеть, что многие здесь деревья посажены мной и моими одноклассниками. Тир, который мы сейчас видим, наши одноклассники сделали. Наши ребята все мы вместе его строили. И многое чего здесь в этой школе сделано нашими руками. Приятно это видеть, что все это сохранено и приумножено. Много лет спустя родная школа вновь радушно распахнула двери своим выпускникам, приглашая окунуться в мир воспоминаний, где были и детские слезы, и радости, и ошибки, и удачи, первая любовь и разочарование, а также вера в будущее и мечты. Для выпускников была подготовлена праздничная программа. В зале собрались бывшие ученики разных лет, но для родной школы все одинаково дороги. И пусть проходят годы, но время, проведенное за школьной партой, останется в памяти самым беззаботным, веселым и трогательным в жизни каждого человека. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».